Привет. Я болею и кашляю, поэтому, если что, не обращайте внимания. И ты, моя золотая, конечно. Мы вместе болеем, да. Якутск, всем привет. Дела замечательно. Сегодня, на самом деле, вещай. Короче, что... Хорошо, обязательно поедем. Хорошо, Диа. Хорошо. В общем, Диана у меня целый вечер просится полететь на море. Куда ты хочешь? В Турцию, ты говорила? В общем, она мне целый вечер уже говорит о том, что, мама, я хочу... В общем, я ей покупала хвост русалки. Она его нашла вместе с купальником, с хвостом, и целый вечер у меня ходит, просит, чтобы я увезла ее завтра утром в Турцию. Смотрите, тут у меня собаки, собаки, дети, вообще все подряд. Вот, целый день валялась, у меня, в общем, такая стадия заболевания еще больше начинается, и я не хотела никуда ехать, хотя нужно было мне сгонять по делам, и я решила, что лучше не выходить на улицу. И вспомнила, что у меня в шубе лежит новая помада, 125, терракотовый цвет, думаю, надо испробовать, я как бы просто там накраситься не очень, ну, как бы просто помадой накраситься не хочется. Ну и решила намазюкаться полностью, опять сделала стрелки, но я не знаю, почему на камере так не передаются стрелки, как в жизни. В жизни намного симпатичнее. Я знаю, я видела, как в мультиках как передавали игрушки не с деньгами, а просто отдавали свои игрушки. Да? Да, просто они хотели игрушки, когда они... Даже деньгами не покупали, просто игрушки так. Хорошо, Диан. Я тебя... Ладно, я не могу, у меня просто ребенок не было несколько дней, она была у папы, поэтому я не могу ей не отвечать на ее вопросы. Поэтому приходится отвлекаться. Вот, собственно, и решила намазюкаться. Правда, я это не умею делать, но получилось то, что получилось. Хочу сказать следующее, что помада действительно очень шикарна. Девочки, берите вообще на заметку, не думайте. Номер 125, цвет терракотовый. Сейчас, а как перевернуть-то? О, у меня тут Диана собирает эти пазлы. Короче, круто. Мне очень нравится. И связь что-то пропадает, плохая совсем. Я снова достала свою библиотеку, и сегодня у меня будет новая книга. Короче, я не знаю, что рассказывать на самом деле. Я разучилась вести прямые эфиры, поэтому можете просто задавать какие-нибудь вопросы, и я на них поотвечаю. Вот. Еще решила волосы дома не сушить феном. Ну, если дома сижу, не сушить феном. Пусть сами сохнут. А если куда-нибудь идти, раз, и пошел, посушил. Короче, что я несу? Мне действительно просто очень скучно. Сегодня даже ко мне Вика не заезжала в гости. И вот. Я немножко расстроена. Целый день просидела дома. Сегодня собирались в кино, но так как я сильно кашляю, я решила, чтобы не доставлять дискомфорта своим... соседям по ряду,
и не кашлять, не мешать смотреть фильм. Короче, решили не идти. Вот.